Всем привет! Это шестая часть похода «На край земли мы с Каннин-Ност» командой Герасим Шер. В этой серии мы попадем в ужасную передрягу. У нас сломается... Сами увидите, что у нас сломается. Но прилипли мы жестко и конкретно. Также будет офигенная рыбалка. Да в общем, что я вам все рассказываю, увидите сами. Смотрите. Вот, ребят, утро доброе, утро вечера, оно всегда мудренее. Смотрите, хопа, и дорога вон она, наверх, и поднимайся. Отлично все. Так что можно собираться. Кому надо ТО сделать, профилактику, надо сделать профилактику. О, блин, кому-то ноги не сломать надо. Ау, ау, ау. Да что ж такое-то, скользкие бревна. И все. О, мячики какие. Кигельбан. Вот она и дорога, смотрите. Вот она. Вот она. Это вверху. Все. Нарты, юрты. Мячики, бочки всякие. Топливо у кого-то лежит. Угу. Отводки, бенз. Да, бензин в бочках. Якоря. На севере западло такие вещи трогать. Я имею в виду там забирать или еще что-то, потому что кто-то потом сможет не вернуться домой. Главное, ребята, перцем не ставить. Все, что вы задумали, до конца допеть. А, доброе утро. А оно у нас действительно доброе. Мы нашли дорогу, мы выспались. И сейчас будем завтракать. А еще, ребята, мы на берегу Белого моря. Там, где уже никого нету. Вы хотите путешествовать? Хотите путешествовать с нами? У вас есть уникальная возможность купить по небывалой акции новый вездеход Share Pro в хорошей комплектации. Диодные фары, резервный АКБ, автономный отопитель, дополнительные топливные канистры, камера заднего вида. И все это со скидкой 15%, а это почти 1 000 000 рублей. Телефон для заказа в описании к ролику. Поторопись, осталось всего 2 штуки. Доброе утро всем. У меня сегодня день начинается с того, что я буду прощаться со своими солярочными носками. Вчера при заправке я их слегка подмочил. У нас тут ритуальный костер, которым растворяются все ненужные нам артефакты нашей жизнедеятельности. Все. До свидания, носки. Мне было с вами хорошо.
путь нам предстоит. Вон туда, вон уже видно Канин нос. Вон где-то спускается камень, нам туда. Ребята, вот этим гусям вообще пофиг, какого цвета у вас вездеход. Сейчас придут. Щавели вы суп на гриле на Канином полуострове. Вы не пробовали такое? Вот, есть у нас такая штука. Очень вкусна, бодряща. Ребят, от морской коровы бубенец нашел. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Чтоб когда пасутся, слышно их было. Нашлись обломки кого-то гигантского, ребят, здесь. Смотрите, кто это был. Вот рука для масштабу. Набор на суп. Это бывший морж. О, моржатину нашли. Суп мы с нее уже сварили. Что тут не спустится? Придется стекло теперь мыть. Пойдем на подъем. Должны нормально зайти. Крутоватый, но зайдем, думаю. Нормально. Ой, запах какой здесь ягодный. Ага, Олег поднимается, гуси летят. Все поднимаются, гуси поднимаются, Олег поднимается. Сама зашла, да? Да. Ногами. Испугалась. Где ягодки? Пахнет ягодками. Ягодок нету, все гуси склевали, блин. Какие-то кокули лежат. О, кокули. Чьи кокули? А, ну это эти, куропятки. Куропятки насрали. Ежедневную сводку радиационного фона на полуострове Канин. Радиационный фон 0,07 миллизиверта при норме 0,30.
Васильевич, выбирайся в дорогу. Дровишек тундру взяли. Вот такая вот красотища вокруг. Ай, ёшкин-матрёшкин. Надо сеточки почистить. Кололся на память сувенир. Канин-камень. Вот такая красивая штука. Будет день дома у меня напоминать о былых временах. Что случилось? Вторая не выключается. Не выключается. Передачу благополучно на коробке выключили, но это уже были первые звоночки. Не оставляйте такие вот моменты без внимания. Я думаю, что она просилась и раньше уже, но было не замечено. Мы едем по какой-то дороге, я не знаю, это вездеходка или зимник. Это вездеходка, а есть еще зимник, он на поверку пошел. Ой, дорога наладилась, мягенькая стала, болотцами пошли. Дима у нас обсох, поедем заправлять. Ну-ка, ну-ка, и чего за этой горкой у нас? О, тундра опять. Снова тундра. Опять кино про тундру. О, я как царь лев, блин, тут забрался. Весь крест стоял, сломала его, видать. Такая красотища вокруг. Шерпы там вон маленькие стоят. И вот шерп лев. Главный шерп. Карасик Васильевич, скажи, впечатлился ли ты высотами? Да, я был шерп лев.
Ой, да, ступень грохнулась. Ребят, ехали-ехали, нашли дыру в земле. Думаем, что сюда упала ступень от ракеты. Пробила земную твердь. А что может такое быть? Пишите в комментариях, от чего может такая яма образоваться. На ровном месте. Планировали опресняться, вот тут можно попробовать. Поехали опресняться. След от нар. Видим. Оленеводы гнали здесь. Самолет хорошо, пароход хорошо, а оленя лучше. Герасим Васильевич заряжает стиральную машину второй раз. Да, там воду набирает. А я стиралку выгружаю, да? Ну, насколько ты молочный. Мужик, не пей. Не пейте, обкатывайте, блин, сразу сказал. Надо фильтровать воду. Поход походом, а трусы стирать надо. Особенно хорошо, когда это лед высохнет минут за 10. Термобелье из полипропилена какого-то сделаны. Можно вот так помахать, и будут сухие уже. Народ, постирушка у меня завершилась, все сохнет. Ой, а я, а мне, а можно я тоже помою здесь у вас? Что такие, блин? Что, мясо некуда складывать? Да. Сиротский колбаса свой. Твоя, это коза протухла. Коза не может протухнуть. Протухла. Вонял. Ну выброси ее, надо было. Выбросил уже, видишь, контейнер пустой. Молодец. Ну вот и все. Хорош, надо ремонт. Ребят, пока у нас тут поломка, меняют вал. Скорее всего, это вал. Но у Шерпа-Макса такой проблемы уже нет. У него уже вал сильный, мощный. Ну, он же Макс. И коробка у него уже импортная стоит. Так, у нас поломка, предположительно, изломился у нас вал. Ну, хруст был такой, серьезный.
Так, ребята, встает наш лагерь на ночлег, на вечерку, потом на ночевку. На вынужденный. На вынужденный, да. Сбитый летчик у нас есть. Сбит крепко. Заклинила коробка. Короче, вездеход будет подарен оленеводам. Останется за большие здесь. Деньги. Бесплатно совершенно. Дядя Олег себе может себе такую позволить. Он купит себе Макса. А этот, говорит, можно было сжечь, но, говорит, ладно, пусть оленеводы пользуются. Олени запрягут в него. Тогда я ничего себе не куплю. И гонять будут. Так, ребята, стирку снимаю. Ну что сегодня? Прошли сегодня мало. Поломка это. Заклинила передачу, не могли ее выключить. Вроде выключили, все нормально. Завтра посмотрим. Старая машина еще, на ней старая коробка идет, кулисная. И механизм переключения передач этот самый разболтался. Сбилась настройка. Сначала передача воткнулась, выключить не могли. Завтра настройку сделаем, найдем нейтралочку и попробуем, чтобы машина у нас поехала. Продолжим движение. Тоже, конечно, были такие задумки ехать за новой коробкой в Мизинте. Прошел еще один день путешествия. Прошел у нас не без приключений. Сломалась коробка у одного вездехода. Вроде как удалось снять с передачи, включить нейтралку. Завтра попытаемся все это дело как-то отремонтировать. И, может быть, мы завтра достигнем нашей цели. А пока будем набираться сил, будем спать. Так что спокойной ночи. До новой серии. Завтра, скорее всего, продолжим движение. Утром будет небольшое завершение ремонта. И очень надеюсь, что мы продолжим движение. Потому что заклинившая коробка в нашей ситуации это означает потерю одной машины. А так как мы своих не бросаем, придется ее спасать. А это значит, конин нос у нас недоступен будет в этот раз. Надеюсь, этого не произойдет. Не завтра машина продолжит движение. Нам осталось всего 50 километров. Всего ничего, и мы уже на месте будем. Это здорово. Все, буду отдыхать. Завтра ранний подъем. Ну и продолжим. Посмотрим, что завтра будет. Витрина. Доброе утро, ребят. Не знаю, насколько она добрая. Там вон такая вот кака, мукака творится. Посмотрим, что день сегодня принесет нам и поедем ли мы куда-то дальше. Вот такая красота у нас, ребят. И дедушка спит еще. Димас тут уже кошеварит вовсю. Дежурный все здесь назначил и давай. Кошеварка, кошеварить, накошевывать. В тундре вообще чудесная погода. К 10 туман разойдется. Еще 2 часа подождать. А? Ну, сейчас не разошелся, то к 10. Я обычно так всегда расхожусь. К 8 не разойдусь, к 10 расхожусь уже. Присутствие аппетита в организме. Да. Говорит о хорошем настроении в теле. Да, это важно. Привет, привет, привет! Какой у нас позитив, солнечное утро, сухое, хорошее. Помните, как в том романсе? Утро туманное, утро хмельное. Написано, хочу шерб Макс. Он уже честно его хочет. Прям сильно очень. Всем сердцем. Всем сердцем, да. Ну-ка, ну-ка, что это у тебя такое? Силиконовые носки. Это ж надо так, а? Не было оранжевых. Пришлось взять такого цвета. Это ж надо. Писькин домик для ботинка. О, крутотень. Эх,
Тем временем у нас отмесилась мясня. А пойду я на гору, а на горе я заору. Хорошо так как. Картошечка с яйцом. Ну, способ разогрева. Не всем выдают-то что-то. А вы не набираете. Вишенка была с помидорками. Уже нету. Правда, показывать вам нечего. Как-то забыл я. Забыл! В общем, лагерь просыпается. Даже Лена проснулась уже. И рвется в бой. Говорит, где там эти маховые клещи? Ну что, попробуем взбодрить вездеход с надписью «Хочу Шерб Макс». Накрутим ему сейчас кулису, отрегулируем. И будем надеяться, что эта машинка доедет до туда и вернется обратно. Михаил? Ну чё? Чё говорит бабина? Больно. Больно? Пальчик прищемил. Ай-яй-яй, аккуратней. Подуешь на пальчик? На, подуй на пальчик. Стало легче. Ну чё, будет бобина крутить? Слушай, ну уже крутится, уже гораздо лучше стало. Да, отлично. Думаю, даже поедет. Монстр, Мишка, монстр. Поехал. Поехал. Тарелку потеряешь. Нет, задняя не включается что-то. Нет, ребят, бобина не поехала. Короче, нету первой и... Второй. Первой, второй и задней. Да. Взлетела вилка, слава, походу. Сейчас Мишка на третьей пытается. Оп! Укатим, укатим. Хватит. Много, коробку будет вынимать легко. Ставить тоже легко. Бегай, ребят, будем коробку снимать. Мишаня будет с Олегом снимать коробку, будут чиниться, пробовать. А мы поедем на рыбалку съездим. Потому что всем здесь делать нечего одновременно. Так, ребят, решили сбросить с вездехода вещи, а так как может пойти дождь, надо поставить палатку. Палатку желательно ставить быстро и удобно, без лишних нервов. Опа, где тут я наступил? Опа. Как-то так. Все, палатка готова. Осталось раскрепить только. В силу того, что мы находимся в очень ветреном краю, палатку раскреплять надо надежно. Половина экипажа у нас остается на месте. Вторая половина выходит на рыбалку. Хотим рыбы поймать. Кранец. Хороший кранец, ребят. Возьму американской. Рыбу надо нагадать. Думаю, что после такого танца рыба у нас точно будет. Вот чувствую, прямо чувствую. Оленеводы недавно проходили. Что, едете? Шатает вас? Укачивает, что ли? Вот ягельник начался, вот это ягельник. Здесь нормальный спуск.
Собственно, когда мы у местных спрашивали, а где ловить рыбу, они говорят, да везде. Рыба везде ловится. Вот везде езжайте, и везде будет ловиться. Ну, найдете, если где везде. Мы, ребят, нашли где везде, но вам не расскажем. Хорошо! Хорошо-то как! Ой-ой-ой! Разобрали мы все лишнее, что нам мешает вытащить этот агрегат из трюма вездехода. Сейчас у нас идет откачка масла. Очень удобное приспособление, рекомендую. Просто рекомендую. Мне кажется, все-таки по устью ручья надо было вот этого спускаться. На лугу пасутся кто? Гуси. Гуськи-гуськи. Так они ничего не боятся тут. Подъезжаешь вплотную, взлетают. Хорошо. Карман камней наложить, чтобы ее не унесло ветром. Давай камень складывай. О, я вот этот положу. Ох, тяжелый. Интересно, фонят они, нет камней. Радиационный фон-то поднялся здесь. Все, сейчас. Димка положит камень еще. И поедем. Ребят, 19 уже от камня фон идет. Сейчас посмотрим, что скажет. 20. Сейчас дозу выхватишь. Микрозивертов. 25 микрозивертов. 25 единиц, я такого не видел еще. Такой педали мы не видали. 24, 25. Все, мы впитали. Да! Сейчас вот тот большой камень посмотрим, пока чай пьем. О, камнями кидай их вот так. Есть, сбил всех. Видел, вниз пошли. На гуся камнем охотимся, видели? Как первобытные люди, они так же охотились. Они подкидывали камень и отбегали, чтобы на них не упал. Вместе с гусем. Не глядя причем. Ну что там, Лен? 20? Ну этот не фонит. Было 21? 24 было. Полдела сделано. Вот она, наша виновница торжества. Сейчас мы ее понесем в бокс. У нас есть свой персональный бокс. Решили ее оперировать на бочке. Но как на коленках, оперировать ее будет неудобно. Какую я дорогу хорошую нашел, да? Абабам, Каненки. Ну, приятно ехать обратно, мы быстро доедем. База, верстак, все стерильно, коробку помыли, инструмент у нас на первом этаже, коробка на втором. Сейчас приготовим чайку, так сказать, соберемся с духом, вскрытие покажет, что у нас
с нашим больным. Жив он или мертв. А, ребята, красота-то какая! Смотрите, какая река. Сейчас мы попробуем на ней окуней половить. Здесь, говорят, окунь есть. Сейчас половим окуней-то. Осталось, ребят, нам найти, как спуститься туда. И вообще будет здорово. Решили здесь спуститься. Думаю, съедет шерп нормально. Нормально идет. Ступенька, ступенька, аккуратней. Все нормально. О, ребята, рыбу поймали. Так, глядишь, и мы словим рыбу. Опа, есть! Хорошо! Мощная рыбка! Когда рыба есть, она на все ловится. Опа, иди сюда. А ты красавчик какой. Ну, не такой, конечно, как у вас. Подышал, подышал. Все, успокойся. Успокойся, сейчас я тебя отпущу. Вон тоже кто-то отпустил, медведь, наверное. Оп, есть. Иди сюда. А ты мой красавчик. Ты моя бусечка. Оцепился, молодец. Вообще грамотный. Грамотный голец. А! Надо его отпустить. Поймала? О, молодец какая! Так, начинается строительство специнструмента. Надо нам заточить специальным образом бородок, дабы получилось у нас на гайках убрать завальцовки, чтобы их обратно завальцевать потом. Где эти гайки новые надо ставить? Конечно. У нас их нет, ну или можем до магазина сгонять в конце концов. Да, можем, блин. Но это очень дорого. Такс. Все детали упаковываем в пленку, чтобы не засрать их песком. Чтобы коробка у нас хотя бы доехала. Вечно ездила. Да, сейчас мы открутим вот эти винчики. Там нас ожидают стопорные кольца и много чего еще интересного. Есть, красавчик! Орешь! О, хороший! Да как я его... Тяни! А! Блин! Да-да-да! Ух ты! Ух ты! Хороший, хороший! Прямо! Прямо вот! Прям вообще хорош! Ух ты! Давай-ка. Опачки. А? Ай да я. Пользуясь случаем, хочу рассказать вам о продаже вездехода Шерп. Шерп первого поколения, металлический, 2016 года выпуска. Пробег 86 моточасов, в тюнинге от Жуков гараж.
А это поднятая крыша кабины, новый кунг, обшивка салона, люк в кунге, рейлинги, лебедка, защита днища, свет Rigid Industries, перед-зад, тросовая коробка передач, панель прибора, overhead. И еще много приятных мелочей для истинного ценителя бездорожья. Машина достаточно бережно эксплуатировалась для выездов на охоту по Перу. Актуальная цена и телефон для связи в описании к ролику и в прикрепленном комментарии. Есть, ребята! О-хо-хо-хо! Вот это да! Вот это есть у меня, слушай! Что-то там вообще такое злое! Голяра целый! А может и того хуже! Ой-ой-ой! Страшное дело! Смотрите, что со спиннингом-то делает, а? Оп-оп-оп! Блин! Ушел! Зараза, а! От зараза, жалко-то как! Хорош был прям! Хорош! Голец? За жопу, что ли? Вот это поймала рыбу, да? Да, красный. Красный какой красивый-то. Сама поймала? Нет, мне там кипка в воде с одной. Молодец. Что, стоило ехать, да? Вот это да, вот это рыбалка. Сколько натерпелись, да? Вон когти Мишкины. Все, ребятки, половили чуть-чуть. Достаточно. Всех поотпускали нафиг. Ну все, ребят, всех гольцов отпустили мы. Пьем чай. Заварочный чайник. Стоит фарфоровый, синенький. Гжель. Лену с боевым крещением, рыбацким счастьем. Все сказала, теперь точно на следующий год поеду. Мне же не рассказывают, что здесь рыбы еще такие. Не только красиво, но еще и рыбы такие водятся. Мы тебя еще гусей стрелять научим. Товарищ ассистент, приготовьте, пожалуйста, стерильные салфетки. Надо упаковать член от организма. Вакуумная упаковка. Все, так, все. Ребят, вот шуенинский хлеб, он настолько удобный, на него даже пекут с ручкой. Можно было одним пальцем держать. А здесь можно что-нибудь другое держать еще. В общем, три руки. Чай, да. Ехать до лагеря нам где-то часик. Полтора, если все хорошо будет. И... Что там, Дим? Лужа. О, все, надо обратно возвращаться, раз лужа-то. Нет, это просто бугорок был. Хорошая лужа. Вот почему тут рыба есть. А цветов-то здесь всяких. Ага, испугалась. Это уже не ворга, елки-палки, это просто ручей льет. Сейчас залезем, здесь ровней. Ну, хорошо. Так, ребятки, а вот и коробка.
сказать, ее внутренняя ее часть. И у нас вечереет, а наши рыбаки не вернулись. Еще не вернулись. Да. Наверное, кольцо втаскают. А не работает у нас здесь вот этот механизм. Где-то его здесь клинит, здесь вот видишь. Все, ребята, проскакиваем нормально. Нашли, видите, такой спуск комфортный. Лапка в порядке, не сломана здесь. Ходит себе спокойно. А, здесь как раз вот этот вот она, фиксатор, который мы вытягивали. Вот он держит здесь заднюю передачу. Может, он перескочил где-то на этот самый, он же, блин. Нет, хруст. Нет, перескочить он не мог никак. Все нормально у нас. Принял. Рыбы. Все нормально. Рыбы наловили. Гера, прием. Боже, Саня, слышу тебя. Все, вы теперь в зоне. 1,4 километра до вас. Принял. Нет, он, видишь, он жестко стоит. То есть он, муфта не болтается вот это. Ну, покрути его. Видишь, муфта стоит на месте на своем. Ничто не проворачивается. Не ходишь шестеренку. Если вот эту, видишь, я могу пошевелить вот так вот муфту, то эту муфту не пошевелить. Эту муфту я пошевелить не могу. Ёлы-палы. Что это у вас тут такое? Это походная мастерская. Коробка передач. Знаешь, бокс, знаешь, здесь. Ремонтный. Рембокс, а чего сюда свет не повесить? Такой свет же у тебя, по-моему. Вот этот лента, которая вешает. Вообще-то во всех карманах ленты лежат. Лапки. 4 штуки тут. Ну а тут у нас открылась мастерская. По ремонту коробок в тундре. Синхронизатор между первой и второй передачей. Сухари, скорее всего. И шестеренка-то перестала у нас ходить между первой и второй. Промежуток небольшой. Да, будем казнить их. Будем как на это, газ-2 раз ездить. С двойным выжимом. Да. Первая, вторая будет с двойным выжимом. Можно включить третью передачу ему, третью, четвертую, на выгрузить из машины вообще все, оставить ему только бак. И тогда он поедет на третий. Да, слушай, ну я на пустом прёше в горку к тебе к дому. На третий заезжал. Прям в горку. До ворот на третий заехал. На пустом. Развалился синхронизатор между первой и второй передачей. Лечится все это дело с заменой вала. Или заменой синхронизатора. Один Олег у нас не унывает. Запчасти будет через 2 недели. Гусь летит, все хорошо. Патроны есть. Патроны есть. Вот такой вот у нас технодень. Выяснили, что вездеход починить мы не можем. К
Коробка не ремонтно пригодна, надо менять. Или муфту с синхронизатором, или потроха. Слава богу, здесь, оказывается, в Шовне есть коробка. Хозяин где-то в тундре этой коробки девяточной. Постараемся его найти, договориться и потроха перекинуть из одной в другую. Если срастется, это будет самый лучший вариант развития событий, который может быть. Давно у нас такого не было, за одну поездку столько поломок. Завтра мы поедем на маяк. Завтра мы поедем на мыс, отвезем то, что обещали отвезти. Вездеход у нас останется здесь. По пути надо будет разыскать хозяина коробки, с ним договориться. Или не договориться, чтобы понять, что будет происходить. Короче, много слов, народ. Спокойной ночи. Завтра будет день, будет пища. Вроде будь мы где-то по цивилизованию в цивилизации, так проблемы нету. Коробку-то купить. 35 тысяч рублей, и коробка новая у вас. Но нам только до Шуйны ее могут отправить либо в среду самолетом, это через неделю, либо неделю, полторы-две судном, которое пойдет на Шуйну, опять же. Либо в Шуйне есть некий Аркадий, у которого есть коробка в гараже такая, от девятки. Теоретически, у которого мы могли бы ее купить. Но дело в том, что сам Аркадий уехал на мыс Канин-Нос. На Каракате, куда-то в стойбище оленеводов. И где он сейчас там, неизвестно. Мы, в принципе, приняли решение завтра ехать на мыс, ну, чтобы, во-первых, разгрузиться, сделать все, что мы хотели сделать там, отдать там подарки, прочие вещи, вернуться сюда. Может быть, встретим Аркашу. Если Аркаша даст добро, то мы поедем в Шуйну, заберем коробку, привезем сюда или там ее располовиним. После чего установим ее вездеход и продолжим наш путь, наверное, уже в сторону дома. Потому что по времени мы уже очень выбились. Завтра мы пойдем выполнять программу «Минимум». Это мыс Канин-Нос. Рыбалка у нас, можно сказать, уже была. Далее надо починить машину и выбираться в сторону цивилизации. Мизень, домой, и очень хочется попасть в успеть на вездеход Трофи. Все, буду ложиться спать. Завтра ранний подъем. И будем принимать решение, каким составом мы поедем на Канин-Нос. То есть, либо оставим здесь вездеход и уедем все на мыс. Либо останется Олег, и мы тогда, не нагружая себя сильно, тоже двинемся на мыс Канин-Нос. В общем, посмотрим, как-то так. Все, всего хорошего. Пока. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за лайк, подписку, комментарии и за то, что вы поделились этим видео с друзьями. Если же вы хотите путешествовать с нами, все очень просто. Герасимшерп.ру. Заказываем вездеход, и вы в команде. В команде Герасимшерп. С нами никогда не бывает скучно. Всего хорошего. До новых встреч. Край земли впереди.